Путлера, та його це Фрейн Ліни, вусатої цієї подружки з Білорусі. Я про Лукашенка. Да? Та ми вирішили розібратися, чи насправді думають ці хворі, що взагалі насправді думають ці хворі на голову люди. А допоміг нам у цьому фізіогноміст, тобто людина, яка розбирається якраз в жестах, в міміці, і цю людину точно не обманеш. Олександр Іванов зараз нам все про розкаже і про Путіна, і про Лукашенка. Посмотрел пресс-конференцию Путина и Лукашенко, и там есть несколько интересных моментов. Вынуждены были это сделать просто потому, что, к сожалению, киевские власти, которые подталкивали с Запада, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблемы. На слове «вынуждены были сделать» взгляд вверх. Собственно, здесь идет придумывание информации. Здесь нету готовой информации. Более того, он переминается с ноги на ногу. Собственно, это слабая позиция. Это позиция, которая тревожная. Украину начали превращать в плацдарм, к сожалению для нас, в плацдарм антироссийский. Начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. У него поднимается уголок рта, проявляется клык, это агрессия. У него приподнимается правое крыло носа, это тоже агрессия. И то, что мы делаем, помогая людям, спасая их от геноцида, с одной стороны, а с другой стороны, предпринимая меры обеспечения безопасности. Интересный момент. Он говорит, эти люди, которых мы спасаем, и он показывает вниз, он показывает на пол. И на самом-то деле, по проективной методике, это показывает абсолютно его отношение к людям. С одной стороны, а с другой стороны, предпринимая меры. В течение всего интервью он очень часто, даже слишком часто, поднимает плечи. Это говорит о том, что он хочет снять с себя ответственность за происходящее. Он очень растерян. Мы сегодня обсуждали подробно эту их спецоперацию. Он слишком большую делает паузу, нестандартную. Собственно, здесь у него идет личностный эмоциональный конфликт, когда он говорит их спецоперацию. Собственно, здесь идет искажение информации, здесь идет ложь. Их спецоперацию, психологическую операцию, которую провели англичане. У него вздымаются крылья носа. Это проявление агрессии. Собственно, англичане здесь выделяются отдельно, и он на них отдельно особо реагирует. Кстати, в этот момент кто-то кашлянул на фоне, и, скорее всего, это был Путин. Психологическую операцию, которую провели англичане. Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки... Потому что англичане тоже, скорее всего, были инициаторами каких-то особых санкций против него, или же у него с ними есть какой-то личностный конфликт. Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки их, на которые приехали в Бучу, и как это делали, ФСБ России может представить эти материалы. Он перед фразой очень тяжело вздохнул. Здесь опять-таки идет личностный конфликт, личностный эмоциональный конфликт. Почему? Потому что, скорее всего, когда речь идет о Буче, когда Лукашенко подписывался с Путиным под, собственно, эти преступления, он не подписывался под такое количество жертв и зверств. И когда он говорит о том, что ФСБ готовы предоставить материалы, идет переминание с ноги на ногу, это слабая позиция, скорее всего, никаких там, ну, очевидно, что никаких материалов там нет и быть не может. Та же история, что у Путина. Очень мало активной жестикуляции, нету наклона вперед, медленная речь, тембр слабый. В общем и целом, это оправдательная позиция.